Возможно, скоро не смогут купить себе сигарет. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете продавать сигареты женщинам до 40 лет и матерям в присутствии их малолетних детей, вне зависимости от того, сколько... Снасть какая? О, блядь, долбоёбы. Ёб твою мать, шахматисты, нахуй. Заебись, блядь.
скотина ебаная, блядь! Блять, скотина ебаная. Смотри, надо ехать на такой скорости.
блядь. Ёбаный в рот. Да так я что ли виноват, Таня? Ой, господи, это он с правого ряда, сука. Ебаный по голове. Стой, сука! Ты чё, охерела? Блин, все равно приезжают, только Леонку за...
это сейчас прям случилось? Да.